на Пахлиану 8 лет. Я актриса детского музыкального театра юного актера Дематюа. И еще я занимаюсь в музыкальной школе в 3 классе на фортепиано. Мне очень нравится фортепиано, потому что я очень могу быстро играть на этом инструменте, и мама мне очень удивляется и гордится, что мне самой приятно. Еще я учу английский язык и читаю много книг. Очень много книг. Вы даже не представляете, сколько. Астрид Лингрен, к примеру, я прочитала всю. Виктория Лидерман, если вы знаете такую писательницу. Джоан Роулинг, Гарри Поттер. Я даже не помню, сколько книг прочитала по авторам. Это очень много. Что бы я сделала, если бы у меня была машина времени? Конечно, я бы сделала вот что. Я ее бы использовала умно. Я зашла бы в всякие магазины продуктовые, купила еды много, а потом на машине времени перелетела обратно в прошлое, в блокадный Ленинград, в бункеры, в метро или подвалы, и дала бы голодным людям еду. Я думаю, они бы были счастливы. Пока!